мотор. Дим, это расскажи хоть что-нибудь. Давай, легкой походкой. От бедра. От бедра. Крыло сидим. С домашней пумой. Мы идем искать дятла. Он в противоположной стороне был. Нет, там дятел. Ну ладно. Вот хорошее дерево. Да. Оно тоже скользкое. Гладкое, да, но хорошее. Попробуйте подойти. Пойдем. Ну, пойдем. Ермуш. Да, да, да. Видишь? Видишь? Опа. Далеко. Все, все, все. Ерму, все. Ермухин. Молодец. Молодец. Да. Вот хорошее дерево. Да. Оно тоже. Все. Уходим. Запахло, запахло. Ермуша. Позови. Ермуш. Ермуся! Сидим, дышим. И я так дышу, и Ирма так дышит. Ой, камера запотела. Она надышала. Надышала на камеру, надышала. Ой, узнали друг друга, узнали. Ирма, ой, она узнала еще машину. Узнали, узнали. Ой, ты лапочки. Ирма. Ирма. А Дима узнала? Вот, вот, тайгу узнала точно. Узнала, точно, даже не ценно. Да, вообще даже не шипит, ничего. Тимая сладкая. Тимая. Ирма. Ирмусик, Ирмусик. Малыш, можешь выйти? А мы последний выехали в Касимов с утра. Ну, сейчас приедем, мы быстренько на часик. Завтра. Там такой поток. Ну, завтра рабочий день просто, еще тоже работаем. Да, ну, у нас, да. Ирма. Она шипит, потому что хвост протирает. Да, она шипит на меня. Сейчас играться будете. Сейчас, подожди. Тайга, ты затоптала, мадам.